Рождение города, а тем более страны, тайна. Чтобы родился город, недостаточно приказа вождя или готовности народа, недостаточно экономических причин и политических предпосылок. Для рождения города нужно, чтобы время предоставило человеку шанс сделать невозможное. Такое происходит крайне редко, однако с этим городом такое произошло в 30-х годах прошлого столетия. В голой степи, вопреки всему, вырастет красивейший мегаполис, а металлургический гигант, печи которого вскоре начнут выплавлять стали больше, чем кто-либо в мире, позволят разрушенной и потрясенной стране стать великой державой, что даст ее потомкам право жить на этой земле с чувством гордости за прошлое и надеждой на будущее. Девушка, наполните смыслом мою жизнь. Опа. Думаете, ваша жизнь того стоит? C'est la vie. Так вы приезжие? Заметно. Хотите, экскурсию по городу проведу? А что, здесь есть что-то интересное? Ну, во всяком случае, угощу мороженым. Меняет дело. Кстати, вы знали, что здесь у нас было болото, а вот там дальше, в парк, был овраг? Да вы что? Да. Здесь действительно когда-то был овраг. А на этом вот месте было небольшое озеро. Ну или болото. Думаю, часа ему хватит. А барышня? Не из простых. Это у нас здание МГТУ. Архитектор Бронников. Вань. Минуточку. Ну что, парни, час, ну максимум два, и она моя. Я на тебя пари заключил. Считай, ты уже победил. Здесь будет много сирени. Влюбленные начнут назначать здесь свидания, а студенты готовятся к экзаменам. Много историй произойдет здесь. Местные жители будут приглашать сюда своих родственников, приехавших из других городов, чтобы похвастать им красотой любимого города. Города по имени Магнитогорск. Магнитогорск, Южный Урал, 55-я параллель. Один из пяти городов мира, расположенных одновременно в Европе и в Азии. Площадь 392 квадратных километра. Население 416 тысяч человек. Протяженность с севера на юг 27 километров. С востока на запад 22 километра. Высота над уровнем моря около 310 метров. Крупнейший мировой центр черной металлургии. Когда одержимый романтикой американский студент Джон Скотт, прихватив с собой пишущую машинку, ехал в Россию, несуществующий еще город Магнитогорск, строить новую жизнь, в Америке бушевал экономический кризис. Кризис, как выяснилось, был не столько экономическим, сколько кризисом смысла жизни. И тысячи энтузиастов со всего мира бросились за глотком свежего воздуха в непостижимую для них Россию. Сделать нечто такое, за что им не было бы стыдно перед историей. В Магнитогорске была большая колония иностранных специалистов. Практически все они были добровольцы, практически все они были энтузиасты, практически все они были люди, которым хотелось своими руками делать историю нового мира. Вот так вот, ни много ни мало. Люди из объектов истории становились субъектами истории, истории с большой буквы. И таким образом преодолевалось вечное проклятие западного буржуазного мира, который у марксистов называется отчуждение, проблема отчуждения. Когда человек отчуждается не только от
плодов своей деятельности, не только становится винтиком каким-то на конвейере производства, но и, в принципе, отчуждается от смысла собственной жизни. Пламенное такое горение, оно же происходит от того, что человек стал творцом. Вот почему такой огромной притягательностью обладала левая идея тогда. Плюс еще это было самое начало. Это юность была левой идеей, да? Никому не верю, кроме никому, хотя разве можно так сурово расставаться навсегда? Там у нас стадион, а цирк там, за домами. Вот, а там у вас еще и цирк? Ну да, я уже билеты заказал. Не люблю цирк. Не вопрос, есть кое-что поинтереснее. Например? Место, где рождается металл. Надеюсь, все билеты туда уже проданы. Я был счастлив, пишет Джон Скотт. Я видел, что большинство русских едят только черный хлеб. Носят один единственный костюм до тех пор, пока он не распадется на части. Они пользуются старыми газетами, чтобы писать письма и официальные бумаги, скручивать папиросы, делать конверты, а также при отправлении естественных потребностей. Я раздал большую часть одежды, привезенной из дома, и был одет теперь так, как и рабочие моей специальности. Я намеревался стать одним из множества таких же людей, которым будет наплевать, есть ли у них вторая пара обуви, но которые строили собственные доменные печи. Строительство этих заводов именно в зоне дальше европейской части СССР, оно давало, обеспечивало суверенитет стране, оно давало экономическую независимость, экономическую самостоятельность. Вас что же, не вдохновляют домны? А они могут? Ну так, это же страсть. Ну, в чистом виде. Я боюсь потерять контроль. Здесь уже рыли котлованы. А в это время в Америке, в штате Огайо, воздух был пропитан запахом чертежей и протоколов. В 20-е и 30-е годы у нас были... Ну, неплохие, по нынешним временам вообще, так сказать, хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот. И американцы готовы были с нами сотрудничать, тем более у них же там кризис был. А почему выбрали маки? Вы знаете, это не так важно, потому что в мире вот этом, так скажем, в котором мы сейчас тоже практически живем, можно сформировать коллектив специалистов очень быстро. Были бы деньги, то есть деньги платили хорошие. Американская проектная фирма «Артур Макки и компания», город Кливленд, штат Огайо. По данным ОГПУ, на 30-й год серьезного строительства не вела, но имела опыт в области доменного и нефтяного строительства. В качестве прототипа для магнитки выбирается завод в городе Гэри производительностью в 2,5 миллиона тонн с возможностью расширения до 4 миллионов. Нужно было построить новый крупный комбинат. Обратили внимание на Соединенные Штаты Америки. Там строились, и поэтому фирма Макки, поэтому по американскому образцу крупные доменные печи, крупнотоннажные по тем временам мартеновские печи, завалка вот с рельсов, напоминающие вашу камеру движения. Четкие технологические линии были, то есть прямо от сырья до готовой продукции довольно логистически красивая такая линия была выстроена. Ты залежи меня бантами, развяжи на покуде, я заслушиваю больше просто слова уходи. Вы знаком? Ну да. У нас же город-то небольшой. Где небо белое, а звезды черные. Разница между ожиданием приезжающих и реальностью была колоссальна. Буквально рекламные кампании, как бы мы сейчас сказали, проводились по всему Советскому Союзу. И даже за рубеж эти компании выходили через средства массовой информации. Сообщалось о том, что это крупный город, мегаполис, где все организовано по последнему слову. Многоэтажные дома, цеха заводов, проспекты и улицы, озеленение. Ну, в общем-то, рабочие многие верили пропаганде и отправлялись сюда. В надежде найти лучшие условия жизни, снабжения и прочее. Но когда они на поезде прибывали сюда, перед их глазами, по крайней мере в начале 30-х годов, открывалась голая степь, изрытая котлованами.
приятель? С Ленинградского завода имени Сталина. Как фамилия? Афанасьев. Сколько лет? 19. Откуда прибыл? С колхоза, из-под Самары. Кем работала? Окончила ФЗУ. Работала слесарем на Луганском паровозостроительном. Кем? Был пастухом. На стройку ехали отовсюду, в надежде увидеть город мечты. Но мечта, как выяснилось очень быстро, тем и отличается от реальности, что ее еще предстоит воплотить. Если для русского человека, к всему привычному, достаточно осмотреться, чтобы прийти в себя, то для иностранцев приезд в Магнитку оборачивается неминуемым шоком. «Я наблюдал», — пишет Джон Скотт, «как мое дыхание становится облачком пара в холодном воздухе комнаты. Мы не стали ничего есть. У нас не было продуктов, кроме нескольких картофелин и чая. И не хватило бы времени разжечь огонь в нашей маленькой самодельной печке. Мы заперли дверь и пошли на работу». В договорах у них прописывалось несколько моментов, очень ценных для Советского Союза. Первое, они приезжают со своим инструментом. То есть они приезжают и уже, то есть можно было посмотреть, какой инструмент они приводят, и, соответственно, по их образцам уже сделать что-то свое. И второе, они выступают учителями для советских рабочих. То есть они берут себе учеников, и они их обучают тому, что могут сами. Вот этот последний показатель, он, кстати, сыграет с иностранными рабочими злую шутку. Почему? Потому что через 3-4 года советские рабочие овладевали этими специальностями, в иностранцах, соответственно, спрос отпадал. То есть они, по сути, становились неинтересны советской власти. В общем, предлагаю начать. Не упустите свой шанс. Дамы и господа, осталось всего 3 билета в театр и 3 вопроса. Но какие? Итак, внимание! Зачем ехали в Магнитку? Некоторые ехали, так сказать, длинным рублем, потому что оплата предлагалась очень высокая советскими властями. Некоторые, как американец Джон Скотт, прибывали сюда за идеей. Он был коммунистом из США, верил в эту идею, когда узнал о строительстве в Магнитогорске, решил сюда прибыть, чтобы принять участие в строительстве вот этого нового города, созданного согласно всем, так сказать, заветам светлого будущего. В Магнитку ехали за мечтой. И это верный ответ. Билет театр ваш. Сегодня публика на редкость подкована. Надеюсь, на этот раз будет настоящая борьба. Итак. Все готово. Сколько иностранцев строила Магнитку? Какие последние 3 цифры твоего номера телефона? Вопрос не из легких. 702. Но мы никуда не торопимся. Округлим? Около 700. Что за день сегодня? Эх, верно! Ну чего стоим? И билет в театр ваш! Западный мир не спешил вкладывать собственные деньги в разрушенную страну. Чтобы заработать валюту на первую пятилетку, приходилось продавать все, на что был спрос за границей, от хлеба до драгоценностей и произведений искусства. Находясь в Америке, опытный переговорщик, управляющий Магнитки Вадим Смольянинов, пытался понизить стоимость контракта, но мир капитала был далек от великих идей построения нового общества. Молодой республике не хватало золота и валюты. На кону стояли великие стройки, и необходимо было лавировать между желаемым и возможным. Из переписки Кагановича со Сталиным. Первое. Ввиду валютных затруднений и неприемлемых условий кредита в Америке, высказываюсь против каких бы то ни было новых заказов на Америку. Предлагаю прервать уже начатые переговоры о новых заказах и по возможности порвать уже заключенные договора с переносом заказов в Европу и на наши собственные заводы. Предлагаю не делать никаких исключений из этого правила ни для Магнитогорска, ни для Кузнецстроя. Сталин. Каганович, ваше предложение по Америке мы так и поняли как большой маневр, который должен заставить американцев изменить свои условия. Сделать это сейчас нам несравненно легче, ибо главные заказы для наших гигантов мы уже сделали. Но конфликт с фирмой МакКи был неизбежен в любом случае. Пропасть между нашей и их трудовой культурой
была огромной. Советскому руководству нужно сделать пятилетку в 4 года, ну, впоследствии, да, но они планы очень завышают и торопят. А на Западе не привыкли так работать. Для них главное сроки, которые они планировали, и качественное исполнение. С другой стороны, они потом будут в шоке, когда нам удастся это сделать. А я напоминаю. Ты что, волшебник? Пока только учусь. Магнитогорский драмтеатр проводит беспрецедентную акцию, посвященную истории города. А спектакль наша через полтора часа? Наша викторина подходит к своему завершению. Как? У нас остался последний билет на спектакль Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. И последний вопрос. Самый легкий и в то же время самый сложный. Отгадываем, так сказать, не умом, а сердцем. Что-то у каждого случилось? Из нас здесь свои корни. Да нет. Значит, говоришь 702, да? А еще цифры есть? Хорошо, что здесь много молодежи. Ну, еще восьмерка. Очень хорошо. Да нет, ну, мне же исключительно для викторины. Да. Почти 100 лет назад вот да, такие же молодые и красивые ехали сюда со всего мира. Никто не знал, чем закончится этот эксперимент эпохи. Но надежда, данная людям, создать своими руками нечто великое, сметала на своем пути все. Это было сродни любви, многократно превосходящей человека, любви стихийной, разрушающей и созидающей одновременно. Никто не представлял, каким будет завод, но все уже знали, что это будет лучший завод в мире. Землекопы копали котлованы, плотники возводили строительные леса для домен, чертежи которых еще только разрабатывали в далекой Америке. Люди не знали, какой будет страна, в которой им предстоит жить, и каким будет город, который они построят. Первые руководители, которые занимались строительством Магнитогорского металлургического комбината и Магнитогорска, практически не имели образования, но имели богатый революционный опыт. И, наверное, в то время их хозяйственная деятельность и их красноречие были куда важнее, чем профессиональное образование и какие-то знания. Директоров назначает лично Сталин. Степень их влияния и ответственности беспрецедентна. В конечном итоге, именно благодаря директорам, мечта по имени Магнитогорск смогла воплотиться в жизнь. Внимание! Вопрос. Кто строил магнитку? Данные архивов, данные статистики, они позволяют говорить о том, что примерно четверть участников строительства – это были спецпереселенцы, спецкадры. Еще четверть – это заключенные Магнитогорской исправительно-трудовой колонии. А оставшиеся 50% участников строительства – это люди, набранные в результате оргнаборов, командированные специалисты из разных городов страны, люди, которые искали лучшей доли. Первые годы магнитки напоминали картину сюрреалиста, где из хаоса и неразберихи, голода и нищеты вырастали трубы первых домен, облепленных строительными лесами. С утра до ночи, в лютый мороз и нестерпимую жару, вольнонаемные спецпереселенцы шли к этим трубам как к символу надежды, напрочь забывая о том, какие причины их привели сюда. Так кто же строил магнитку? Ну же! Но этот вопрос довольно сложно ответить. Смелей, смелей! 4 раза полностью состав работающих на магнитке менялся. 4 раза полностью. Это как же надо было цеплять ситуацию, чтобы она работала. Во-первых, был все-таки комсомольский актив, который бросали на любую. Сегодня на хлебзавод, завтра на плотину, потом на строительство как бы стана. То есть шли безотказно. Движение комсомольских строек, старт которому был дан в 1929 году, во многом стало спасением для магнитки, поскольку очень немногие выдерживали заданный темп стройки. Дети бывших раскулаченных и молодые люди из самых разных социальных слоев уже здесь, на магнитострое, вступали в комсомол, используя предоставленную возможность как путевку в жизнь. Вот спецпереселенцы, казалось бы, люди вычеркнутые, полувычеркнутые жизнью, в отличие от политических. Но их дети, они же хотели яростно быть такими, как все. Пионерами, комсомольцами, яростно учились. Тут вот школы были для спецпереселенцев, они считались лучшими в Советском Союзе, в России, наверное, конкретно. Вот почему уже 1931 год у нас здесь есть ТРАМ, да, Театр рабочей молодежи. Почему в это время у нас уже появляется и цирк, и кинотеатр «Магнит», появляются музыкальные школы. 1934 год, детская музыкальная школа.
Не говоря уже о том, что здесь и духовой оркестр, и очень часто приезжают музыканты, и поэты. Однако социальный состав первостроителей был настолько неоднороден, что требовалось немало времени для координации их действий. Но времени не было. Стране был нужен пуск Домны. Они, может, во многом сами сомневались, вот создавая из, простите, лапотной России вторую промышленную державу мира, новую страну. И вдруг мы поняли, что удается, что возникают тысячи заводов, фабрик, высших учебных заведений, техникумов. Ну вот, остались без театра. Наверняка это вам. У вас около 2 часов. Здорово. Спасибо. Добро пожаловать в магнитку, мадам. Магнитку строили молодые. Молодость, не знающая слова «не могу», подчиняла себе все. Даже невыносимые условия жизни. До 1932 года детская смертность детей до года составляла 100%. То есть все новорожденные до года умирали. Обычные детские болезни, такие как коклюш, дифтерия, они превращались в эпидемии, от которых вымирали взрослые люди. Есть свидетельства за первую пятилетку, то есть это до 32 года, опять же, из бараков зимой выносили просто трупы после каждой морозной ночи. По 10-20 человек. У вас настолько верующий город? Да нет. Церковь раньше вот там была, а теперь там вода. А этот храм, он вроде как искупление. Зайдем? Только у меня платка нет. Когда здесь началось строительство, это изменило все. Станица магнитная вместе с церквями ушла под воду в 1937 году, когда открыли вторую плотину. Но церкви были закрыты еще в 1931 году. Станица магнитная. Казачья станица, основанная в 1743 году как крепость в составе оборонительной линии Оренбуржья на правом берегу реки Яик, он же Урал, между Российской империей и землями киргизских жузов. Гарнизон крепости участвовал в защите границ Российской империи и подавлении восстаний. Директорам магнитки пришлось несладко. Помимо проблем со стройкой, они столкнулись с негативным отношением местного населения. Реквизиции, уплотнения, переселение из родных, десятилетиями обжитых хозяйств – такой рисовалась перспектива для старожилов, казаков станицы Магнитной, уцелевших горнили гражданской войны. В этом самом месте время прокладывало свой путь по человеческим судьбам. Стройка еще не началась, а к ним уже приехали управляющие, которые забирали у них избы, сараи и размещали там рабочих, размещали там инвентарь, кому это может понравиться. Очень часто аварию, например, мог вызвать лапоть, который забросили на провода. И поджоги тоже случались иногда умышленно. Именно для этого стройку окапывали, все строительные объекты окапывали глубокими канавами, чтобы стройка не перебиралась на бараки и на то, что уже начинали строить. Новая жизнь входила в каждый дом. Советская власть, прошедшая гражданскую войну, научилась быть настойчивой. Она убеждала и себя, и людей в необходимости построения новой жизни с чистого листа. Это храм Вознесения. Он был построен не так давно. А там... Там поднимали домны. Домна – металлургическая печь с вертикальной загрузкой железной руды и кокса. Дает начало всей технологической цепочке, выплавляя чугун, из которого впоследствии получают сталь, а далее все виды проката. Все строительные конструкции, все виды техники от бытовой и промышленной, все виды вооружений берут свое начало в домне. Поэтому домна для страны советов перестает быть просто словом, воплотившись в символ новой жизни. Особенностью доменной печи является непрерывность работы все время ее жизненного цикла. Доменную печь нельзя остановить. Доменная печь скрывалась за строительными лесами, которые разбирались рабочими для топки буржуев в студеных бараках. Это позволяло немного согреться и дожить до рассвета,
Люди умирали сотнями от холода, голода, травматизма и эпидемий. «Было скользко», – пишет Джон Скотт в своей книге. Мостки и сами по себе были ненадежны, потому что висели на тросах и раскачивались. Когда я ходил по ним, то они шатались и тряслись. Не успел я приступить к сварке, как услышал чей-то крик, и что-то со свистом пролетело вниз мимо меня. Это был монтажник, работающий на самом верху. Он как мячик стукнулся об обводную трубу. Это и спасло ему жизнь. Когда я до него добрался, у него изо рта текла кровь. На что мой друг Коля сказал: «Люди падают и будут падать. Но мы ведь все равно будем строить наши доменные печи, правда?» Надо дать этому изнеженному иностранцу, маменькину сынку, немного успокоиться. Наверное, думал про меня Коля. Норма жилой площади на одного человека на магнитострое доходила до 0,5 квадратных метра. То есть это меньше, чем спальное место человека. Как получалось, люди посменно спали на одной постели, на одном матрасе. То есть переночевал, пошел на смену, пришел человек, лег спать. Как показали первые месяцы работы, жить непосредственно возле стройки оказалось невозможно. Роза ветров разносила пыль, поднимаемую с рабочих площадок ММК прямо на рабочие бараки. А планы по производству стали ставили руководство перед фактом. Магнитке предстоит стать полноценным городом с населением не менее 200 тысяч человек. Начинали со строчной застройки? Да ладно, это самая строчная застройка? Ну да. Школа Баухаус. Кажется, так. Ты знаешь школу Баухаус? Угу. Хайнц Майер. Маркс там. Шута Лихоцки. Эрнст Май. Да ладно, молодой человек, вы кто? Мадам, наш город строили лучше архитекторы того времени. А я Иван. Можно просто Ваня. А я Олеся. Эрнст Май вспоминает. Мы сделали в купе архитектурное бюро. И в 40-градусный мороз рисовали первые наброски самоварным угольком на куске фанеры вместо чертежной доски. В другом купе стучали отчеты на печатных машинках. Каждый из нас постоянно ощущал, что здесь нам предоставлена возможность не просто увидеть историю, но и поучаствовать в ней в рамках своих полномочий. Здесь, в Советском Союзе, впервые в истории у нас появилась возможность развития городов с полным учетом человеческих нужд и требований людей. После жизни в бараках дома Эрнста Мая будут казаться роскошью. Значит, Баухаус. Знаменитая школа конструктивистов. Выходит, они и у вас ваяли? О! Знакомы? Ну, город-то у нас небольшой. Все друг друга знают. Вот, гости из будущего. Нужен пропуск. Куда вам? В прошлое, если можно. Сделаем. Прошу. Аккуратнее. Сюда. Вопрос жилья стоял для города радикально. Стоял он и перед американским сварщиком и писателем Джоном Скоттом, не устоявшим перед очарованием нового советского человека. Джон Скотт был очарован дочерью бедного крестьянина Машей Дикаревой, приехавшей в Магнитку строить коммунизм. Это был первый американец, которого я увидел, вспоминает Маша. И он был похож на бездомного мальчишку. Я воспринимала его как продукт капиталистического угнетения. Мысленно я представляла себе его печальное детство. Долгие часы нечеловеческого труда на какой-нибудь капиталистической фабрике, где он работал еще ребенком. Ту мизерную зарплату, которой, наверное, едва хватало, чтобы не умереть с голоду и иметь силы дойти до работы. Когда моя подруга Аня сказала, что это и есть Джон Скотт, я была жутко разочарована. Да? Похоже.
Я сейчас. А потом мне стало его жаль. Слушай, Артур, тут такое дело. Бог мне все-таки послал пару билетов в театр. Может... Может, сдвинем условия пари на пару часиков? Вань, не огорчай нас. Пари есть пари. С тебя номер телефона барышни. И закончи с этим до театра. Или... Или, друг мой, ты проиграл. Еще не вечер. Ну, как тебе? Лучше не бывает. О, спасибо за подарок. Так, а можно вот тут вот оставить ваш автограф и номер телефона? Вот тут. А, то есть мы уже прощаемся? Нет, что вы. Да просто вдруг нас в театре рассадят в разные части зала. Ну? Значит, не судьба. А это мне. Идешь по улице, молчание улицы. Ситуация, в которой разворачивалась первая великая стройка социализма, была далека от идеальной. Постоянные авралы, штурмовщина, планирование на ходу – все, чем была преисполнена история магнитостроя, становилось нормой для всей индустриализации Советского Союза. Однако ход мировой истории не оставлял нам выбора. Или так, работая за пределом человеческих возможностей, или никак. На кону стоял не престиж державы, а вопрос ее жизни и смерти. Со всеми соседями были очень плохие отношения, потому что это была страна Советов, страна, которая строит социализм, а во всем окружении были буржуазные страны, которые по определению, так сказать, ненавидели эту страну, плюс старые геополитические все, так сказать, счеты. Вот почему это ощущение, что это только передышка, только мир какой-то, так сказать, наступил, он все равно закончится, и чем дальше, тем больше. Это витало в воздухе на всех уровнях, от уборщика до, так сказать, Сталина. Что для нас играло свою роль, это... то, что для нашего руководства тогдашнего, что мы осажденная крепость. Как говорил Сталин на совещании стахановцев в 1931 году, что мы отстали на 50-100 лет, нам нужно за 10 лет догнать, иначе нас сомнут. Это, повторяю, в 1931 году. Страна задыхалась от нехватки металла. Отставание Советского Союза от ведущих индустриальных держав мира казалось катастрофическим. На 16-м съезде партии Серго Орджоникидзе обещает запустить домну в магнитке в октябре 1931 года. Но всем было понятно, что так не будет. Именно за постоянные срывы главного пускового объекта страны Орджоникидзе снимает Шмидта и назначает нового директора магнитостроя Гугеля. С самого начала магнитка была любимым детищем и головной болью Орджоникидзе. И запуск домны оказывался делом его чести. Все внимание правительства было приковано к пуску домны, поскольку именно с домны начинается путь металла. Ради таких минут и затевалось это великое пробуждение страны. Оставалось немного, и тогда бараки, голод и нищета, смерть и слезы оправдывались бы первым социалистическим металлом, без которого выжить молодой республике не представлялось возможным. Несмотря на все усилия, домну сдать в срок не удавалось. Присланные из Москвы наркомом Орджоникидзе штурмовые бригады и специальные комиссии лишь констатировали неготовность транспортной системы завода, электрических подстанций, воздухопроводов, сдвигая официальный день рождения магнитки. Шел январь 1932 года, стоял мороз, и зимний пуск домны противоречил всем техническим нормам. Когда доменная печь уже была готова к запуску, накануне прорвался водовод, и образовалось целое озеро воды. И люди долбили вот эту ледяную землю по пояс в этой холодной воде, и все время рядом с ними был Яков Семенович Гугель. Он организовал работу в несколько бригад, пока одна бригада долбила эту землю, другая обсыхала и отдыхала. Когда те уже были готовы работать, это шла им на смену, то есть и так люди работали. После этого, казалось бы, справились с одной проблемой. Мороз был страшный и прихватило систему, да, вот эту вот всю водную.
И он с факелами еще одни сутки все это разогревал, все это размораживал, ремонтировали и готовили домну к пуску. Представитель фирмы «Маки» присылает телеграмму из штата Огайо на имя Сталина, прогнозируя серьезные последствия и негативные результаты работы домны. Но теперь это не имело значения. Практичным американцам было не понять советских строителей, которые с красными знаменами работали и обедали в 30-градусный мороз. Но именно зимний пуск продемонстрирует всему миру превосходство советского строя. Зимой никто и никогда домны не задувал. Несмотря на всю неразбериху первых промышленных лет, невозможное становилось реальностью. Домна действительно будет часто ломаться, да и чугуна даст немного, но для новорожденного завода главное – сделать свой первый шаг. Неудачи не могли отменить факта чуда, благодаря которому в открытой степи вдруг из ничего появился магнитогорский социалистический чугун. Первого чугуна было немного, вот того, что выдала домна. И почти весь он пошел на сувениры. Вот сделали из него этот замечательный барельеф. Его раздали в музей, его раздали по работникам там различным, да, и раздали передовикам. И один из них Гоголь доставил в Москву лично Сталину. И есть такая информация, что Сталин долго рассматривал его, потом постучал по нему трубкой и сказал: «Хорош магнитогорский чугун». Разговор со Сталиным затянется. Несмотря на то, что первый чугун пошел, до ЦК партии доходили тревожные сигналы о недостаточности запасов Магнитной горы. Для прояснения ситуации Сталин посылает в Магнитогорск своего верного друга Клима Ворошилова. Гора Магнитная – железорудная аномалия, не имеющая аналогов в Евразии, активная разработка которой стала возможной с развитием в России железных дорог, позволяющим доставлять уголь Кузбасса непосредственно к месторождению. Содержание железа в руде беспрецедентно – до 70%. Что сделали? 2000 человек, меняясь через каждые полчаса, пробили 70-метровую шахту в глубину и туда на примерно 100 метров. Он спустился, и он увидел, как сказать, железную руду живьем, уже не на выходах. Ну, все, одобрил, добро, стройте. Значит, руда есть. Подытожит Сталин в разговоре с Гугелем. Через год Якова Гугеля повысят, а в 37-м году приговорят к расстрелу. Когда пошли крупные процессы сначала в Москве, в Ленинграде, потом они пошли там спускаться на регионы, там в Челябинской области, там первого секретаря, да, арестовали там, партии. И все, соответственно, он же не мог быть один враг народа. И все, и поехали чистить, и все. И вот это спускается вниз-вниз, и вот он, 37-й год. Большинство директоров «Магнитки» – Шмидт, Гугель, пришедший после него Мышков, будут расстреляны. Этот печальный список прервет директор Авраамий Завинягин, чудом избежавший расстрела. Необходимо было собрать всю власть в одни руки, в один кулак, да, и, так сказать, репрессировать, победить всех, кто не только боролся против этого, но даже, так сказать, мог хотя бы даже мысленно сопротивляться этому, что в конце концов и сделал Сталин, да. Он собрал всю власть себе в руки, получил, так сказать, такую власть, которую не имел ни один великий князь, ни один царь, так сказать, ни один, как бы, в российской истории правитель, да, для того, чтобы осуществить быструю, глубокую и мощную, так сказать, модернизацию, да, страны. Не удалось удержать этого дракона на привязи. Когда он начал, так сказать, сам собою, как лесной пожар, разгораться, вот, в какой-то момент эти репрессии, они, конечно, вышли из-под контроля. Только убито, расстреляно было в общей сложности, ну, за все годы, да, ну, 90% в 37-38 год, около 700 тысяч человек. Директор «Магнитки» Авраамий Завинягин окажется последним из ставленников Орджоникидзе.
он продержится на посту целых 4 года. Невиданный срок по тем временам. Завинягин пишет письмо Сталину, что он согласен на любую работу в Сибири. Председатель совнаркома, председатель правительства Вячеслав Молотов был другом по подполью Завинягина. Завинягин, ну, в буквальном смысле, спас от тифа, насколько известно, Молотова, когда тот заболел. Ну, в подполье, понимаете, человека нужно выничить было. Молотов устроил ему встречу со Сталином. И вот страшные слова двух друзей, наверное, Молотова: «Ну, мы решили вас не добивать». Вот оцените атмосферу времени. И это при том, что люди рисковали ради дела всем. Ведь это, в конце концов, точно так же, когда на гонках, так сказать, да, там какой-то форсаж происходит, да, и, так сказать, этот болид летит вперед. Но он не может лететь так бесконечно. Там же что-то сгорает, колеса сгорают, там эти все, там эти двигатели, так сказать, и так далее. То есть он рывок осуществляется, но, так сказать, за это нужно платить, да. Ну, за это Советский Союз заплатил. Но тогда, как показала история, это был единственный, так сказать, правильный, как ни странно, выбор. Потому что если бы не случилась вот эта сверхиндустриализация, то не думаю, что Советский Союз выиграл бы Вторую мировую войну. История готовила нас к войне все эти годы. Реальность была очень далека от той романтики, какую рисовали себе иностранцы, приехавшие в «Магнитку» в начале 30-х. У нашей романтики было иное лицо. Мы научили их мечтать по-русски. Они же научили нас проектировать заводы и строить дома. Они вдохнули, насколько могли, широкую русскую душу, порядка и дисциплины. Но теперь, в преддверии войны, они казались здесь чужими. После 3 лет мытарств по оформлению виз Джон Скотт вывозит, наконец, свою семью. Но даже с учетом такого расставания со страной Советов, он не разочаруется в величайшем эксперименте эпохи, участником которого ему довелось стать. Все-таки удивительно устроен человек. Когда отдаешь собственную жизнь, не думая о последствиях, то невозможное обретает плоть и кровь. Так случилось с этим городом. Вот каким запомнил Магнитогорск, уезжая из него, Джон Скотт. Город имел некоторое очарование летом. Били фонтаны, огромное множество детишек, купальных костюмов, брызгались и купались в воде. Дорожки были заняты мужчинами и женщинами, старыми и молодыми, читающими и разговаривающими. Хоры, оркестры, радиоприемники, патефоны наполняли музыкой воздух. Не особенно запомнился хор украинских домохозяек, обычно устраивающий свои репетиции вечером на открытом воздухе. Их всегда окружала толпа людей, которые им аплодировали и подпевали. Часто рабочие выносили на улицу гитары и балалайки, и казалось, что ты находишься в каком-нибудь городке в Италии. Эта книга была написана осенью 1941 года, когда фашистская армия находилась на подступах к Москве. Гитлеровское командование готовилось к параду на Красной площади. Мир следил за противостоянием, от исхода которого во многом зависела судьба человеческой культуры. Именно в это время Джон Скотт решил рассказать своим соотечественникам о стране Советов. Он знал, что русские не сдадутся, верил, Москва выстоит. Эти чувства наполняли его всецело, и он страстно желал, чтобы все остальные люди разделяли его чувства вместе с ним. Ну а пока все шло своим чередом. Город дышал самостоятельно и строил планы на будущее. Война была еще впереди. Значит, там Азия, а тут Европа. Вроде того. У нас даже немецкий портал есть. А вот и наши голубки.
там у нас вообще цвет архитектуры. Симонов, Оль, Левинсон. О, Левинсон, питерцы. Говорю же, Европа. Нет, погоди, у меня просто по Левинсону был диплом по Царско-сельскому вокзалу. Так не бывает. Что-то случилось? А, ничего. МЧС. Призрак ходит по Европе. Призрак входит в каждый дом. Он толкает, он торопит. Просыпайся, встань, идем! Над Европой тем временем витал призрак войны. Первая мировая не устранила глобальных геополитических противоречий старого мира, но породила новые. Германия жаждала реванша. Кто станет жертвой нацистского удара, капиталистический Запад или СССР, в этом был главный вопрос времени. Войну ждали везде. Но когда она все-таки случилась, то для планеты Земля она оказалась полным откровением. Немецкие военные теоретики разработали гениальную новую стратегию ведения военных действий, и она стала называться «Блицкриг», «Молниеносная война» в буквальном переводе. И смысл в стратегическом плане этой новой военной мысли был в том, чтобы разгромить соперника до того, как он полностью сможет мобилизоваться. И этот «Блицкриг» был опробован везде. Там, да, и во Франции, и в Польше, и в Греции, и в Югославии, и в Норвегии, так сказать, везде. В его основе лежала механизированная дивизия, так называемая. Это определенное количество танков, которые усиленно, в нужных пропорциях, усиленно приданы ему артиллерией, приданы ему инженерными частями, приданы ему пехотой, которая взаимодействует в тесном контакте с военно-воздушными силами. Авиация, бронетехника, артиллерия, стремительное развитие научно-технической революции в ведущих экономических державах мира не оставляло стране Советов шанса на отставание. Отстать означало погибнуть. В преддверии войны директором «Магнитки» назначается Григорий Носов. Григорий Носов, 1905 года рождения, сын рабочего кузнеца, специалист-металлург высочайшего уровня, решительный до самопожертвования, но с опорой на точный расчет. Человек дела во всех смыслах, не терпит трусости, лжи, карьеризма. С местной партийной элитой взаимопонимания не нашел. Безотчетно верен Сталину, авторитет которого непререкаем. Останется в памяти магнитогорцев, как военный директор «Магнит». Объявление войны Носов встречает за городом. Директор быстро прибыл на завод, созывается партийный актив. Предстояло перевести мощности ММК на выполнение военных заказов и мобилизовать людей. Начиналась эвакуация. Магнитогорск рассматривали как базу для размещения промышленных предприятий юга Украины. То есть вот было такое понятие «города-побратимы», они сейчас существуют. И вот одним из городов-побратимов Магнитогорска был украинский Мариуполь. Вот оттуда должны были эвакуировать оборудование в первую очередь. Все делали в процессе работы. То есть совет по эвакуации давал постановления, эти постановления осуществлялись в тех городах, где это было возможно. Где-то эвакуацию производили максимально, в полные сроки, в сжатом виде, вывозили практически все подчистую. Где-то в Подмосковье, допустим, сделать ничего не успели. Немецкая армия продвигалась вглубь территории страны столь стремительно, что эвакуация, например, из Белоруссии и Ленинграда очень быстро стала неактуальной. В течение 3 месяцев войны СССР лишился 60 доменных печей, 200 мартенов и 150 прокатных станов. Нужно было спасать то, что осталось. Главной задачей становится вывоз оборудования из Украины и центра. За второе полугодие 1942 года по железной дороге и речным транспортом из западных областей страны в восточные было вывезено более 3000 предприятий и 12 миллионов человек. «Магнитка» принимает первые составы из Мариуполя и Днепропетровска. Только для перевозки металлургического комбината «Запорожсталь» понадобилось 8000 вагонов. Кроме того, в рамках Восточного товарного экспресса в Магнитогорск прибывает оборудование для 2 доменных печей, кислородной станции и множество вспомогательного оборудования. От 30 до 50 тысяч было эвакуировано, в основном из Днепропетровской области. Тут только из Мариуполя со станом приехали. Вот. И они были сильными металлургами и здорово помогли вот в освоении новых технологий. Магнитогорск
на себе непосредственно испытал вот эти все плоды эвакуации уже в июле 1941 года. Потому что сначала приехало гражданское население. Сначала приехали руководящие работники эвакуированных предприятий, члены их семей, уже потом массовым потоком пошло гражданское население. Вместе с заводами прибывают специалисты и их семьи. Предстояло разместить десятки тысяч людей. Жилищная проблема обостряется до предела. Однако нехватка жилья так и не стала поводом для упрощения строительства. Военные годы строили так, что жители до сих пор приглашают в эти кварталы гостей города с какой-то особой гордостью. Извольте, тот самый немецкий квартал. Ух ты! Тебе бабушка про него ничего не рассказывала? Да нет. Почему? Время вышло! В 1941 году Оля Симонова и Левинсона перенаправляют в Свердловск. Но оттуда, по просьбе руководства Магнитки, направляют к нам. Ну и вот, собственно, они развернулись. Так это они в войну такую красоту наводили? Представь себе. Ничего себе. Но немецким этот квартал назвали не из-за школы Баухаус, а из-за пленных, которые его строили. И с тех пор как-то название «немецкий квартал» приклеилось. И люди, кстати, ошибочно полагают, что все это немецкая архитектура. Нашим, наверное, обидно. Ну, конечно. Они же за этот проект сталинскую премию взяли. Они пытались найти те средства, приемы, которые возможны для строительства в этот ограниченный технический период, и в то же самое время могли бы быть эффектными. Вот они этот поиск выполнили, и получилось у них замечательно. Настолько замечательно, что они вторую, по-моему, премию за этот проект имени Сталина заслужили. И вот мне потом в источниках попадалось, что их впечатлило этот прием. Они сами его хотели повторить также, когда вернулись после войны в Петербург, ну тогда Ленинград. Где-то я читала оценку архитекторов, что у них так вот уже не получилось. А у меня бабушка здесь. Она во время войны еще маленькая была. Но у нее память просто как у советской энциклопедии. Но она мне такого особо ничего не рассказывала. Только про госпиталь. Потом как раненых развлекали. А, еще как солдатам варежки вязали. Это эти, которые со специальным вязаным пальцем для курка? Да-да-да. Интересно. Тебе правда интересно? Конечно, я же историк. А еще бабушка рассказывала, как-то на комбинат с фронта металл привезли. Угу. Вот, и там такая площадка была специальная, куда металлолом свозили. Вот, и дети там часто играли, и как-то бабушка увидела в танке мертвую голову. А она еще ребенком была. Ну и вот, все мальчишки разбежались, а она одна осталась. Ну а ты? О, спасибо. А я чего? Я же в Питере уже родилась. Надо же, воевать и такие дома строить. А почему бы и нет? Эти домики до сих пор украшают город. Снова я. Вы? Здрасте. Здрасте. Давайте я вас на память зафиксирую. Давайте. Вот. На какую кнопку нажимать? А вот, на среднюю. А, понял. Ага. Вы не возражаете, я вас на землю спущу? Ой. Так. Еще один кадр. Я сейчас подойду. Черт. Давненько не виделись. Ну что, парни, эту битву я проиграл. Ну, выиграл войну. Ну так, служу Магнитке. С
смешная. Это все? Ну да, я как-то в этом не очень. Можно? Подержите, пожалуйста. А это вы снимали? Продолжаю ее раскручивать. Пари закончится через 10 минут. Я на тебя 1000 поставлю. Ладно, парни, спасибо вам огромное. Я побегу. Ну что, еще одну пари. Держи. А что потратишь? Разберемся. Ну что, мы не опоздаем? Тебе не кажется, что ты немного продешевил? Все ясно. Олесь, я объясню. Олесь, я все объясню. Можешь считать, что ты не подвел магнитку. Олеся! Олесь! А это ваше? Олесь, ну мы же просто пошутили. Ну, Олесь, ну прости, ну... Вот тебе и театр. Девушка! Да? Девушка, подождите! Имя Старикова. Вам ни о чем не говорит? Воспоминания. Свидетели эпохи. Второй акт. Дети войны. Свидетельница эпохи. Дети войны. Старикова Рима. Это моя бабушка. Ну вот. То есть это моя бабушка? Я знал, что вас заинтересует этот спектакль. Держите, вы уже опаздываете. А вы не знаете, театр далеко отсюда? Что вы ждете? Молодой человек. Понял. Понял. Ребята, выручайте. Я думаю, эти парни вам пригодятся. Ага, шлем. Так, а второй? Ну, поехали. Поехали. Портрет же! Портрет забыли! Опоздают. А магнитки образца 41-го года предстояло катать броню. В магнитки броневое производство не закладывалось. Заводы по производству брони, такие как Ижорский или Мариупольский, размещались ближе к водным артериям, поскольку броневой лист не укладывался в габариты железной дороги. Однако война отменила это правило. В магнитке были мартеновские печи и сырье для производства броневой стали, что и стало причиной эвакуации сюда из Мариуполя броневого стана 4500. Два важнейших компонента броневого металла – хром и никель, и еще молибден. То есть там ударная вязкость нужна. То есть у нас было сырье, кстати, никак историки вот этот момент не выпятят. Почему немцы делали 200-миллиметровую броню? Это не потому, что у них состав был неоптимальный. Они изготавливали танки в условиях жесткого, жесточайшего дефицита хрома и никеля. Это было только в Норвегии. И англичане бомбили вот любое судно, выходящее из Норвегии, даже если Красный Крест на нем, они стремились утопить, потому что чтобы и немцы оттуда получали, так сказать, недостаточное количество. Из-за того, что у немцев, немцы были вынуждены делать очень тяжелую броню, да, «Тигр» обладал очень... малой скоростью. Там очень важно провести пластическую деформацию, прокатку в определенных условиях, чтобы структура создалась. И потом термическая обработка обязательно должна быть. То есть, если нет этих элементов, то не из чего нам строить оптимальную структуру при прокатке и термической обработке. Вот. Но если мы не сделаем правильно прокатку и термическую обработку, тоже эти элементы нам не сработают. Вот тут вся загвоздка и сложность. Прокатывают при низких температурах, относительно низких температурах, а металл трудно деформируемый. Поэтому станы должны быть очень мощные, с большим усилием, способным продавить. Вот как 4500 привезли сюда. И поэтому были сомнения в Блюминге, что сможет ли он выдержать такой режим.
два месяца. В 10 раз меньше положенного времени отводится на установку и отладку стана. Нарком Тивасян предлагает разместить стан в действующих цехах, что требует взрыва основания одного из них. Носов категорически против. Он под угрозой трибунала начинает строительство цеха, в котором будет коваться броневой щит нашей Родины. Параллельно с этим создается броневое бюро. Броневое бюро создается по распоряжению наркомата черной металлургии. Из Златоуста и Ленинграда прибывают лучшие специалисты по выплавке броневой стали. Перед ними ставится задача научиться варить броню в большегрузных мартенах, чего никто и никогда в мире не делал. Первые плавки брони в мартенах идут в брак из-за недостатка хрома. Ученые мгновенно предлагают экспериментальный состав стали. И уже ночью руководитель группы ученых Семен Сахин звонит Носову. «Удачи, Григорий Иванович», — говорит он. «Испытания покажут, что магнитогорская броня окажется не только качественнее, но и дешевле и проще в изготовлении, чем аналоги. Ни в США, ни в Англии, ни в Германии еще долго не раскроют секрета магнитогорской брони». Носов не мог позволить себе ждать достройки цеха, когда рецепт магнитогорской брони уже был получен. Принимается беспрецедентное решение — начинать катать броню своими силами на собственном блюминге, пока идет стройка. Проблема заключалась в том, что броню на блюминге никто никогда не катал. Блюминг – обжимной стан для прокатки стальных слитков большого поперечного сечения, после чего заготовка отправляется на чистовые станы. Знаменитое совещание, решающее, там их было много, но надо отдать должное Носову, он же брал на себя, но он выслушивал. Примерно разделилось пополам. Одни говорят, мы блюминг погоним, а он же новый был, в 40-м году построенный этот блюминг. Это гордость комбината была. А они говорят, выдержит. И он тогда обращается к молодому совсем боярскому. Что думает наука? Он же выдает всю кафедру. А он делал техническое задание на этот блюминг. Он говорит, выдержит. Рассчитывал. Он не просто так, вскидку. А у него расчеты были. Я оказался прав. Когда прокатывали первый броневой лист на блюминге, Григорий Иванович Носов стоял возле блюминга с пистолетом в кармане. То есть в случае неудачи он был готов застрелиться, потому что, как бы я думаю, у него на карту было поставлено все в тот момент. Их нужно иметь, эти танки. И, конечно, это заслуга того, что была создана вот такая броня, которая позволяла наращивать выпуск танков, так сказать, в огромных масштабах. Летом 44-го года операция «Багратион», да, чудовищное количество пленных немецких, сотни тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч. Взломанный абсолютно фронт, он рухнул, весь западно-немецкий фронт, он просто рухнул. Ровно в тех же местах, то есть это вот Белоруссия, да, Красная армия устроила, так сказать, вермахту кровавую вот эту вот баню, кровавую мясорубку. То, чем занимался вермахт ровно 3 года до этого. А я и сама на фронт собиралась. У нас уходили девчат много. И я говорю, уйду, прицеплюсь. Извините. Как-нибудь, доберусь. Простите. До фронта. Извините, пожалуйста. Пятку себе зашила. Вот намылила иголку мылом. Прошу прощения. Потом мыло положила. И через мыло хомутную иголку и нитку все время через мыло пропускала. Ну, чтоб зараза не было. И вот так я ее зашила. Боль, чтоб почувствовать. На фронте ж ноги отрывает. А я такую боль не вытерплю. Вытерпела. Потом она у меня раздулась. И сидела я, вот так вот обниму ее, сижу, плачу. Ну, ругали меня, конечно. И мама ругала, и папа ругал. Фронт забирал лучших. 30 тысяч человек подлежали мобилизации. Но фронт, развернутый в цехах магнитки, работал не на личный героизм, а на общую победу страны. Технология производства снарядной стали, разработанная в кратчайшие сроки, позволяет снабжать фронт не только осколочными и фугасными снарядами, но и снарядами для «Катюш», в то время как танковая броня идет в Нижний Тагил и Челябинск, где из нее сваривают легендарные танки КВ и Т-34. Носову приходится идти на крайние меры, чтобы удержать людей в городе. Во-первых, он действительно рисковал, не каждый бы, наверное. Правда, у него основа была, он талантливый или сверхталантливый инженер был, поэтому он понимал
быстро врубался в процессы, которые там все о нем рассказывает, понятно. Но еще он был человеком, способным на, вот, на поступки. Второе, у него же непрерывная борьба была за молодежь с военкоматами. То есть молодежь все время стремились призвать в армию, а он стремился оставить. Он возвращал из эшелонов уже где-нибудь в Челябинске на мобилизационном пункте, оттуда человека назад. Были такие случаи. Но пользовался, по-моему, генерал-лейтенант был. У него официальное звание было. То есть он мог с ними, как говорится, с людьми с большими погонами разговаривать. Но это же, кому это такое вот могло бы тогда понравиться? Его... Я думаю, на него там досье было такое, что вот если бы что-то бы не пошло, все бы, вот, все это припомнили бы мы. Это расстреляли бы. Мы еще по домам ходили. И я вот знала, у кого овцы есть, у кого коровы. И вот у кого овцы есть, даем задание связать на фронт варежки. Вот такие вот. Здесь три пальца, а тут один, чтоб стрелять. А мы записки писали и в варежки вкладывали. Бабушке Варварушке я связала варежки. Думала-подумала, ей дарить раздумала. Отошлю на фронт бойцу, вдруг достанется отцу. Будет рад и он, и я, и Варварушка моя. Было. Все на левом берегу. Первый в 47-й школе на Башаке, второй на Профсоюзной, третий на Гуртеатре. Мне это... Один летчик лежал, без рук, без ног, и глаза тоже выжжены были. А вот всегда чувствовал, когда я приходила. Кричит: «Римушка, Римушка, спой-ка мне про Мишутку». Вот какую-то песню я ему про Мишку пела. Вот сейчас уже не помню. А потом прихожу, а его нет. А мне говорят, его и других тяжело раненых куда-то увезли. А нам есть всегда хотелось. Этот рассказ я хорошо помню. Мне бабушка рассказывала. Я тогда еще маленькая была. Только потом поняла, что он умер. Вот мы ходили в шамотно-диносовый цех, и там в ямах была черная-черная патока. Вот мы ее ели. Она такая сладковатая была. И глину белую сосали. Вот она тоже такая сладковатая была. Вот из этой глины делали диносовый кирпич. А патокой черной его поливали. Вот так вот мы в войну росли. Мы навязали нацистам войну на истощение, тотальную войну. А войну на истощение может выиграть тот, кто сумеет мобилизовать свое государство для ведения тотальной войны. Когда на войну заточено все, вообще все, вообще вся жизнь, так сказать, страны и государства, она заточена на войну и, соответственно, на победу. Это вот тотальная война. Да? Немцы не смогли по-настоящему до 44 года ввести Третий Рейх в формат, в ситуацию тотальной войны. Вот поэтому у нас был, так сказать, выпуск оружия. В какой-то момент он стал гораздо большим при, так сказать, примерном равенстве по характеристикам. Потому что работали подростки на заводах, потому что работали женщины на заводах, потому что была создана трудовая армия, в которую призывали людей, тех, кого не призывали на фронт, призывали в трудовую армию, то не мог. Если ты там не работал на этих делах, ты был дезертирован. Менталитет жителей Магнитогорска, несомненно, даже на сегодняшний день, на мой взгляд, определяется 30-ми и 40-ми годами. То есть тогда, когда магнитка строилась, как она строилась, кем она строилась, в каких условиях она строилась, что надо было преодолеть,
И, несомненно, тем, что какое преображение пережил город и комбинат в годы войны. Вынужденное, но грандиозное совершенно. Новые производства и технологии получения высокопрочной стали, освоенные в годы войны, позволят магнитке стать одним из лидеров мировой металлургии. Ледоколы, подводные лодки, уникальные мосты и тысячи километров газопроводов, обеспечивающих экспортный потенциал России, все это и в 21 веке будет тем самым стальным щитом Родины, без которого суверенитет страны невозможен. Но это не главное. Спаси, Господи, от войны. Вот как бы ни было, чё бы ни было, вот только бы войны не было. Вот это вот самое главное. Чтоб ни дети наши, ни внуки войны не знали. У меня муж первую дочь хотел Людмилой назвать. Я ему говорю, нет, мне не нравится. По Зое Космодемьянской. Таней назову. Ну, она же себя Таней назвала. И песня еще такая хорошая есть. Село с рассветом вышло из тумана. Стоял суровый утренний мороз. Схватили немцы девушку Татьяну и потащили в хату на допрос. В ее глазах бесстрашие сияло. У ней нашли гранату, не наган. Пытали, но ни слова не сказала. Не выдала Танюша партизан. Когда весна придет к нашу, пройдут дожди, сойдут снега. Но ты мне улица родная, и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей. И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Когда на улице Заречной в домах погашены огни, горят мартеновские печи, и день и ночь горят они. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Спасибо тебе. Ты и правда волшебник. Я же тебе говорил, я не волшебник, я только учусь. Ну, в общем, держи. А, конечно. Мне пора. Хочу все рассказать бабушке. Дев! Это мне? Спасибо. Мы
Магнитка презентует. На всю тысячу? Это тебе от всего нашего города, ну и от меня лично. Спасибо. А у меня твой. Требуется еще пара экскурсий в немецкий квартал. Сделаем, но только он не немецкий называется. Увидимся. Давай, не подведи магнит. Спасибо. Здесь действительно был овраг. И по проекту должны были проложить террасы с каскадами. Как в Москве, на Неглинке. Тогда здесь было много сирени. Ребята рвали ее и дарили девушкам. Сирень пахла надеждой. А там, где познакомились наши герои, было небольшое озеро. К нему водили на водопой скот из ближайших районов, еще не зная, что будет время, когда человеческая мечта, казавшаяся неосуществимой, воплотится в этот прекрасный город. Город по имени Магнитогорск.